Приветствую вас, товарищи и господа. Это вроде бы 15-е видео на канале. Давно видео не было. Наверное, я так каждый раз говорю. Ну, собственно, вы, наверное, понимаете, почему их так мало в последнее время выходит. Поэтому перейдем сразу к сути. Скорее всего, в ближайшее время будут выходить видео, в которых мы будем обозревать интересные моды, о которых вы, возможно, даже и не знали. А если вы не знали о том, что вообще существуют моды Powerbox'у, то, скорее всего, я буду делать гайд о том, как их устанавливать. Что ж, первый мод, который мы будем обозревать, несет название Family Tree Mod. Я не нашел нигде особой информации об этом творении, поэтому решил, почему бы его не пообозревать. Вкратце, этот мод добавляет некоторую статистику, возможность перемещать воинов, обычных рабочих, а рабочих воинов. Также добавляет родословную, семьи, династии и также возможность редактировать культуры. Думаю, вас это хоть немного заинтересовало, поэтому давайте начинать. Итак, создаю мир. И для обзора ставлю парочку людей. Хорошо. Вы заметили, что ничего не изменилось? Чтобы открыть вкладку с модом, достаточно нажать кнопку на клавиатуре. А именно J. Вот. Жмем и смотрим функции. Первая из них — это Create a Family. Наводим на нужного юнита. Семья готова. Джим. Тим, до свидания, мой мальчик. Как вас зовут? Меня зовут тренажерный зал. Что ж, всякое бывает. Отныне вы можете видеть огромную родословную нашего болванчика. Конечно же, после загрузки. Она здесь бывает очень долгая. Но болванчик уже не простой. Он автоматически будет становиться королем в поселении. Не знаю, хотели бы вы следить за жизнью целой династии одного короля. Но думаю, функция все же полезная. Кстати, чтобы посмотреть все эти семьи, нужно нажать на вторую кнопку на панели, которая была показана ранее. Интересный факт. Пока я играл с этим модом, я заметил, что этот самый королек очень любит садить своих сыновей на важные должности, такие как военный, губернатор, ну и, конечно же, наследник. Одна из проблем этой функции является то, что семьи после перезахода не сохраняются. Но благо этот вопрос уже решили, и существует кнопка Save и Load. Перед этим вам нужно, конечно же, сохранить свой мир. Set Civilian превращает воинов в рабочих. Полезно, не так ли? А вторая кнопочка делает все наоборот. Далее нас ждет статистика, которая бы, наверное, пригодилась в ванильном Warbox. Меч является топом по атаке. Череп топ по убийствам. Ну, это очевидно, что он будет показывать киллеров вашего мира.
Не обойдется и без левела в придачу. Он показывает, кто у вас самый накачанный в тренажерном зале. Но это не все вещи из мода. Наверное, самое полезное, что здесь есть, так это редактирование культур. Данную механику добавили относительно недавно. Заходим в последнюю вкладку мода, выбираем нужную вам культуру, ну и редактируйте ее на здоровье. Можете сделать супер культуру на фоне бесполезных. Можете сделать культуру, которая будет быстро поглощать все остальные. Можете сделать хоть целый сценарий. Все-таки культура в игре с данным модом начинает играть новыми, свежими красками. Безусловно, это, наверное, очень важное добавление в этой модификации. Что ж, видео подходит к концу. Надеюсь, вам оно понравилось. Вам было интересно его смотреть. Я буду делать еще обзоры на несколько модов, которые мне очень понравились, и мне бы хотелось ими поделиться с вами. Как я говорил в начале, я собираюсь сделать также, возможно, гайд по установке этих самых модов на нашу любимую игру Warbox. Также рекомендую вам зайти на наш Discord-канал, который находится по ссылке в описании. Там... Ну, думаю, будет вам очень интересно. Поэтому мы вас ждем там. Прошу, не забывайте дурку.